чемодан. Еду я в Барселону на неделю и решила уже с этого момента начать для вас снимать. Буду побольше разговаривать, общаться с вами. Смотрите дальше, надеюсь, вам будет интересно. Первое место, куда я, конечно же, пошла в Барселоне, как видите, это оказалась Саграда Фамилия, или же Церковь Святого Семейства, символ Барселоны и знаменитый проект Антонио Гауди. Строительство его началось в 1882 году и до сих пор не закончено. И согласно данным правительства Испании, полностью достроить храм удастся не ранее 2026 года. Стены храма украшены скульптурными сюжетами из Библии, большая часть из них создавалась при Гауди. Строительные леса и краны несколько портят впечатление от достопримечательности, но все равно красота аж духу захватывает. Храм этот один из самых известных долгостроев в мире, он и сейчас строится. Изначально строительству этого храма Антонио Гауди не имел никакого отношения, но уже через год он возглавил этот проект. Гауди строил храм на протяжении 30 лет, пока не умер. Причина такого долгостроя заключается в том, что Саграда Фамилия строится исключительно на пожертвованиях прихожан. Я насладилась им только снаружи, поход внутрь оставила на следующий раз. 2 года назад папа разрешил проводить в храме службы, то есть с тех пор он является действующим. И можно заметить, что задняя часть собора совсем новая постройка. Все по ошибке считают эту церковь главным собором Барселоны, но это не так. Главным собором города является собор Святого Креста и Святой Евлалии. Напишите мне в комментариях, кто был внутри собора и какая там атмосфера. Если вам нравятся мои видео, то не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Тут находятся знаменитые дома с архитектором, которого является Антонио Гауди. А это дом Бальё, или дом костей, который принадлежит семье Бернат. Кстати, находится внутри музея его, где он жил. Также этот дом принадлежит семье, которая владеет компанией Чупа Чупс, близнецами нашего детства. А это дом Мила. Это последняя светская работа Гауди. Закончив этот заказ, он полностью посвятил себя работе над Саграда Фамилия. В этом доме также находится музей, посвященный творчеству Гауди.
Я как врач не могла не посмотреть больницу Святого Павла. Это больничный комплекс в стиле модерна и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Обычно бывает с рисом, но это с лапшой. Приятного аппетита!